Итак, друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас видеть на своем канале Вязание с Татьяной. И сегодня мы с вами начнем смотреть пряжу, очередную поставку, которую мы с вами приобретаем в рамках совместной покупки. Сегодня пряжа к нам приехала из Екатеринбурга. Время 10 часов. Конечно, что-то пошло у меня не так, да, я планировала видео снимать 8. Но пока я села за компьютер, пока вам отписалась, у нас выключили свет. Света не было почти 2 часа. И вот как только дали, сразу же я пошла за камерой. Итак, давайте начнем. Хочу сказать, что все интересующие вас вопросы, как заказать, что заказать, сколько стоит и так далее, вы эти вопросы можете задать в моей группе ВКонтакте «Вязание с Татьяной». Ссылка на группу будет под этим видео внизу. Заходите и там присоединяйтесь к нам. Итак, давайте начнем, да, чтобы не затягивать, в общем-то, всю основную информацию, то, что касается вопросов, я вам сказала. Первое, то, что я достала, это вот такая молочная расцветка Ализе Белла, 100-граммовый моток, в 100 граммах 360 метров, 01 номер цвета, это 100% хлопок. Открывать я не буду, я молочные цвета белые, молочные не открываю. Дальше, Ернард Саммер. Не первый раз привожу, не новинка. Просто на Саммер очень хорошая цена именно в Екатеринбурге. Мне кажется, в 2 раза дешевле, чем в Краснодаре, да? Потому что кто из девчонок берет, вы знаете все цены. Вот, Ернард Саммер. Сейчас хочу камеру как-то поставить, чтобы было видно получше. Это пряжа. 4 мотка в одной упаковке. Запакована в косметичку, 100 грамм 350 метров, 70 хлопок, 30 вискозы, 4 моточка, то есть в одной упаковке 400 грамм. Вот эта расцветка 135 номер цвета. Дальше Ернард Саммер, цвет номер 50. Их 2 упаковки. Вот я достала сейчас 2-ю упаковочку. Беленькая расцветка. Это номер цвета 03. Так, пытаюсь разложить. Дальше Саммер. Вот такой цветной. Видите, да, какое сочетание разных цветов. Это у нас номер цвета 132. Так, еще одна упаковка 135. Мне кажется, всегда он бывает. В каждой поставке есть данная пряжа. Так, достаем, будем шуршать. Без этого мы никак не можем, как настоящие любители пряжи. Так, дальше номер цвета 06. Это что-то вот кремово-молочное, наверное, ближе к этому. Так, ну еще по упаковке 0,3 и еще одна 135. Так, пока это все, не вижу, может быть, еще где-то лежит. Посмотрим сейчас по мере, как говорится, разбора. Так, следующая упаковочка Ализе Софти. Пряжа всем известная, мне кажется. Многие из нее повязали, поработали. Кому-то она нравится, кому-то не очень она нравится. 3 упаковки Ализе Софти. Так, номер цвета 141, 100% микрополиэстер. И в 50 граммах 115 метров. 3 таких упаковки. Нет, девочки, 4. 4 вижу. 4 упаковки. Дальше. Так. Какая-то очень сильно замызганная упаковка. Потрепала ее как-то сильно. И вторая такая же. 2 одинаковых расцветки. То есть прям руки грязные. Хотя приехали они в 2 мешках аж. Это Vita Brilliant. Номер цвета 2607. Не знаю, где она там на складах у них валялась, скорее всего. Прям упаковочка какая-то очень
страшненькая. 2607 номер цвета, 100 грамм, 380 метров, 45 шерсти ластер и 55% акрила. Две упаковки. Так, сейчас я отключусь сразу, помою руки. И будем с вами смотреть теперь следующую упаковку. Это пряжа от Ернард, Ернард Милана. Новинка прошлого сезона или весны. Хорошая пряжа. Очень мне понравилась на тактильность. А, это, думаю, узелок, что ли, торчит. Нет. Вот такая вот она, достаточно в меру пушистая, да, если камера передаст. Вот такой вот ворс, но она мягкая-мягкая. 50 грамм, 130 метров, 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза, 64 акрила. Цвет номер 868. 50 грамм, 130 метров. Очень мягкая, очень нежная, девочки. Я вот тоже брала в прошлом сезоне себе упаковку. Но она у меня, естественно, пока лежит. Дальше. Одна упаковочка травка Ернард Самба. Самба. 100% полиэстер, 100 граммах 150 метров. Номер цвета К64. Дальше. Ализе Лана Голд Файн. 100 граммах 390 метров. 49 шерсти, 51% акрила. Изумрудный цвет. Можем посмотреть. Вот так он выглядит в реальности, да? Ну, я не буду уже доставать. Так, это достаточно знакомая всем пряжа. 426 номер цвета. Ну, это классическая серия Ализе. Поэтому, я думаю, вы все с ней знакомы. Так, дальше. Ализе Софти. Еще одна упаковка в красном цвете. Прям красный-красный такой цвет. Это номер цвета 56. Далее. Ализе Дива. Так, смотрим, что у нас здесь. 100 грамм 350 метров. Цвет номер 505. Состав 100% микрофибра. Еще одна упаковочка летней пряжи. Это Ализе Белла. Также 100-граммовый моток. И цвет номер 613. Вот такой пудровый цвет. Здесь у меня пришла одна большая упаковка фломастеров. Я в прошлом обзоре по пряже Урал показывала 60 цветов. Ну, видите, он сильно запечатан, заклеен. Я его не буду скрывать. Цена достаточно бюджетная. Это вот на современные маркеры я их называю. Забыла, как они правильно называются. Дальше, девчонки. Ализе Baby Wool. Ну, также всем известная пряжа. Не новинка на рынке. Цвет номер 19. Так, мы с вами посмотрим. Не посмотрим. Так, давайте. Придется, наверное, ее приоткрыть. Моточек. Мятный цвет. 19 номер. 50 граммах 175 метров. 40 шерсти, 40 акрила, 20% бамбука. Вот он. Такой моточек. Букляшечек такой. 10 моточков в одной упаковке. Пряжа разная важна, пряжа каждая нужна, особенно нам, хомякам, любителям повязать, потворить, повытворять. Вот так мы сделаем, чтоб наверняка, правда, мои любимые заплаточки, заклеечки. Так, дальше. Большая-большая упаковка, пихорка, девочки. Монгольский верблюд. Вот, 10 моточков в одной упаковке.
Состав. В 100 граммах 300 метров. Метраж, да? 50% верблюжья шерсть, 50% акрила. Вот. Цвет номер 412. Монгольский верблюд. Одна упаковка. Дальше я смотрю. Есть еще у меня большая упаковка. Тоже 10 мотков. Но это не монгольский верблюд. Это семеновская пряжа суфле. Также, вот мне кажется, я первый раз получаю эту пряжу. 10 моточков в одной упаковке. В 100 граммах 292 метра. Классическая линия. Состав 100% акрил, девочки. Вот такой цвет. Их две упаковки на этот цвет. Да, вот она, вторая упаковка. Я уж ее не буду доставать, показывать. Не влезают они у меня в кадр. 10 мотков, килограмм пряжи. Следующая упаковочка. Это у нас дропс. Дропс Fable Print. Открылся пакет, поэтому я его вам могу показать. Дропс Fable Print. Вот такая пряжа в синих оттенках. Состав у этой пряжи 75 шерсти, 25 полиамид. Я из такой пряжи вязала носки. Ну, это и считается по составу носочная пряжа. Ну, наверное, можно, она достаточно мягкая. Можно вязать что-то и плечевое какое-то изделие. 50 граммах 205 метров. Цвет 914. В одной упаковке 5 моточков. Так. Убираем. Закрываем. И вот так. Все. Пряжа, упаковки лопаются, потому что при транспортировке ее, я так предполагаю, безбожно транспортная компания кидает и швыряет. Следующая упаковочка вот такого лавандового цвета. Ангора Реал 40, девочки. Ведь холода, холода на пороге, к сожалению. Надо утепляться. В 100 граммах 480 метров, цвет 257. 40% шерсть, 60% акрила. 5 моточков в одной упаковке. Так. Так. И вот так. У меня заклеек таких много. Так, одна упаковка. Дальше. Дальше. Alize Baby Wool. Вот в таком цвете. Это, наверное, светло-серый цвет. Номер цвета 52. Вот он. Одна упаковочка такого цвета. Дальше, девочки. Это носочная добавка. Расцветка ассорти. Видите, какие здесь все цвета. Так, нить для рукоделия. Да, это же правильно, я понимаю, носочная добавка. Полипропил... Или это... А, это... Простите, это не носочная добавочка. Это полипропилен. Это для вязания мочалок, ковриков там и так далее. Да, я и смотрю, какая-то по структуре не похожа для носочной добавки. В общем, для вязания мочалок в том числе 10, да, 2, 4, 6, 8, 10. 10 вот таких вот моточков в одной упаковке. Это ассорти. А какой метраж, к сожалению, не написано. Так. Следующая упаковочка, 6 мотков, Газал Супер Кид Махер. 25 грамм, 237 метров, цвет номер 64-413. 22 полиамид, 31 Супер Вош Мерина Файн, 47 Супер Кид Махер, 6 моточков. Дальше. Alize Diva в таком цвете. Это у нас номер цвета
354. Еще одна упаковочка Ализе Дива. Цвет номер 505. Так. Это еще не все. Убираем. Еще одна упаковочка Газал Супер Кид Махер в голубом цвете. 64-420 номер цвета. Далее. Пряжа от Пехорки. Вискоза натуральная. Цвет 15, темно-голубой. В 100 граммах 400 метров. Ну и состав, соответственно, вискоза. Дальше. Упаковочка от Siam. Сапфир Люкс. 100 грамм. 500 метров, 100% вискоза. Вот таких 500 грамм. Этот цвет номер 877, розовый. Еще одна упаковочка Сапфир Люкс. Цвет, посмотрите, какой красный. Очень красивый цвет. Он на самом деле темнее, чем его передает сейчас камера. Очень красивый. Это 120 цвет. Так, девочки, еще покажу одну упаковочку. Тоже Сапфир Люкс от Siam. Темно-синий цвет. Номер цвета 5135. Темно-синий. Следующая расцветка и пряжа — это от Yernard. Yernard Jeans Tropical. 10 мотков в одной упаковочке. Вот такой вот клубочек, моточек. Состав 55 хлопок, 45% полиакрил. Цвет 612, 50 граммах, 160 метров. Вот она, мягенькая. Аня у меня сейчас вяжет такую кофту себе, ну, только из другой расцветки. Так. Еще одна упаковочка вискоза натуральная, цвет 05, просто голубой. То мы с вами смотрели темно-голубой, это просто голубой. Практически в каждой поставке есть у нас с вами мелочевка из Екатеринбурга. Я напомню, что вся вот эта вот мелочевочка очень-очень дешевая на складе. Поэтому приобретать это все очень выгодно. Так, значит, первое, что у меня вот тут досталось, производитель, поставщик нам предлагает ассортимент спиц, бюджетные, девочки, бюджетные, но тем не менее они очень достойны вашего внимания. Леска бывает 40, 60, 80, 100 и на 200. На 40 вот они укороченные идут, ну а остальные уже все идут стандартные. Бюджетные спицы, цена вопроса там в районе 30-40 рублей. Но по качеству они очень-очень даже ничего. Так, также здесь есть Nova Кубик. Спицы от Knit Pro. Леска 100, номер 3. Так. Дальше. Две пары спиц вот такие. Это сочетание дерева и тросик. Леска 80, номер 5 и номер 6. Так, здесь еще спицы наши с вами бюджетные. У меня тоже такие есть, у меня много таких спиц. Дальше, кубики. Лесочка снова 100, 3,5. Так, девочки, здесь большое-большое количество носочных спиц. Носочные спицы также в линейке стоят дешево. То есть они разных размеров. Это бамбуковые спицы, бюджетный вариант. Разных размеров. Там есть все промежуточные размеры.
То есть 2, 2,25, 3,25, 3,75. То есть их очень много. Дальше, дальше, дальше. Спицы вот такие. 23 сантиметра. Также они носочные. 5 спиц. Металлические. 23 сантиметра. Они также идут промежуточные. 2,2. 2,8. Двоечка. 1,8. Троечка. 2,4. 2,6. То есть все размеры вот этих промежуточных спиц. Так. Ну, я не буду уж все тогда доставать. Также, естественно, счетчики рядов. Ну, это тоже всегда, пожалуйста. Иголки для сшивания изделий. Так, счетчики, счетчики. Вот такие разного размера булавки предлагает нам поставщик. Тоже цена вопроса рублей 20 за булавку. Так, появились рулетки. Я их набрала. Мне, конечно, наверное, столько не надо для себя. Поэтому, если вдруг я замотаюсь и не выставлю их в альбом, кому нужно, напишите мне в личку. Ну, кто заказы ждет, там я положу рулеточку. Я, по-моему, штучек 10 их взяла. 9. Да, 10 штук. Так, что еще? Трикотажные ножницы. Конечно же, куда без них. Крючки на деревянной ручке. Тоже бюджетные варианты. Разные. Вот крючок номер 1, да? И так далее. 0,5. Они есть как в наборах, так и штучно. Так, что еще? И иголка для поднятия петель. И кольцо для вязания жаккарда. Так. Это я сейчас все уберу. Буду разбирать, когда мешочек мой, естественно, он опустошится. И мы с вами сейчас продолжим просмотр по пряже. Пошуршим немножко. И продолжим с вами смотреть. Так, то, что я достала, это пряжа от Ернард. Ернард Аллегра. Вот такой вот полосатик. Пряжа мягкая-мягкая, девчонки. Знаю я уже эту пряжу. Также это новинка прошлого сезона. Мягенькая-мягенькая, пушистенькая такая в меру, да? Вот она. Такая красивая. 742 номер цвета. 13 шерсти, 41 полиамид, 46 акрил. 50 граммах, 145 метров. Вот такой вот цвет. 10 моточков в одной упаковке. Так, приклеимся. Ну, просто, чтобы, как говорится, контрольные, чтобы не отклеивалось. Дальше. Ализе Cotton Gold Fine. Также хлопковая пряжа. В 100 граммах 660 метров. Цвет номер 279. 55% хлопок. 45% акрила. Темно-темно-синий цвет. Дальше. Ализе Ангора Голд. Одна упаковочка. Я думаю, тоже вам всем известная пряжа. 80% акрил. 20% шерсти. В 100 граммах 550 метров. 287 номер цвета. Дальше. Гималая Вельвет. Плюшевенькая у нас с вами пряжа. 90-041 цвет, номер цвета. В 100 граммах 120 метров. 100% микро, наверное, полиэстер. Да, микрополиэстер. Для любителей плюшевой пряжи. Дальше. Ализе Супер Лана Миди. Две упаковки. Вот они. Ой, тут хвостик даже. Вот она. Смотрите, какая ниточка. Достаточно толстая. Да? Серенький цвет. В
100 граммов 170 метров, номер цвета 87. И состав у этой пряжи 75% акрила, 25% шерсти. На вязание шапок, снудов, мне кажется, это очень-очень приятная пряжа. Так, еще одна упаковочка Гималая Вельвет, только в зеленом цвете. 90060, номер цвета. Следующая упаковка Ализе Ангора Голд. Цвет номер 163, девочки. Так, и закончу я наш с вами обзор носочной пряжей. Это не на наличие, это под заказ. Ализе Супер Вош, 75 шерсти, 25 полиамид. Цвет номер 60. Все. Мы с вами посмотрели весь обзор по пряже из Екатеринбурга. На этом я заканчиваю свой ролик. И будем с вами прощаться. Ну, я думаю, мы с вами скоро, очень скоро увидимся в следующих роликах. Всем спасибо за просмотры. Хорошего вам настроения и пока-пока.